ребята, сумасшедшая авария. Стою рядом, 100 метров, грохот, просто капец. Смотрите, пострадавших машин штук 5. Центр, Киев, Майдан. И чтобы такое случилось, это просто катастрофа. Значит, вот лежит, одни ноги лежат, готовые. Значит, виновный, вот. Кто виновный? Номер машины, Range Rover, оказывается, как люди-свидетели рассказывают, ехал по Крещатику в сторону Майдана, в сторону Европейской площади. Пытался повернуть на Институтскую. Там заехал на Институтскую через эти вроде бы круглые шары, которые запрещены. Въехал на тротуар и по тротуару вернулся на бешеной скорости. Вот убил женщину. Вот это вот тварь. Люди готовы разорвать. Значит, по тротуару. Вот куча разбросанных вещей. Это все он ехал по тротуару. Значит, здесь скорая забрала 2 человека с тротуара. Одного человека. Вот какая-то тачка лежит разбитая. Это, видать, эта женщина шла с тачкой, которая лежит вот на... Вон, люди уже готовы убить, уже вытягивают, наверное, с машины. Ну, подошли полицейские, охраняют. Короче, в аварии участвует машин штук 6. В скорой женщина с маленьким ребенком, пострадавшая, значит, была в машине. Экстренная помощь, там женщина тоже лежит. Капец, это просто катастрофа, я в шоке. Вон, сбитый какой-то лайтбокс. Люди все больше собираются, но готовы разорвать тут же на месте этого подлюку. Сейчас бы, конечно, уточнить, что за номера у него, кто он такой. Было бы интересно. Но я думаю, ну не какой-то крестьянин, не какой-то работяга. Вот. Значит, с машины вывалилась рядом бутылка. Бутылка шампанского лежит прямо возле водительской двери. Задувайте при людях! Стоит вот бутылка. Рядом лежащая, но полная. Сейчас будут делать освидетельствование о том, что пьяный, не пьяный. Собралась куча полиции. Короче, куча корреспондентов. Ну вообще, это просто Майдан. Как такое может быть в центре города? Ну, я вижу 2 трупа. Два трупа и двое в скорой, в тяжелом состоянии. Там еще и маленький ребенок. Ну, чем это все дело закончится, не знаю. В данный момент собирается еще. Полиция новая подъезжает. Регулируется движение. И вроде бы, как сейчас, будут задувать на алкотестер. Освидетельствование будет. А вот этот зверь, который это все сотворил. О, звонит. Наверное, зеленому звонит. На Лукашенко похож чем-то. При людях, да. Все, вот такая ситуация. Достали приборы.